Среди ветеранов белорусской дипломатической службы, которые пережили период Великой Отечественной войны, интересна история Александра Демьяновича Рассолька. Александр Демьянович является примером мужества, трудолюбия и целеустремленности белорусской дипломатии. В годы Великой Отечественной Александр Демьянович служил авиационным механиком. Был тяжело ранен, награжден медалью за отвагу и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. После войны Александр Демьянович сумел найти себя в мирной жизни и закончил сначала высшую партийную школу, затем высшую дипломатическую школу МИД СССР. Служил в загранкомандировках СССР в Ираке и Афганистане. На протяжении 17 лет руководил протокольно-консульским отделом МИД БССР и был членом коллегии. Александр Демьянович – настоящий белорусский дипломат. BY-75. Давайте памятать разум.